Друзья, всем привет! Вот мы в магазине Макс, в Эляйн-Молле, в Эляйне. И Наталенька нашла джинсы от 30 дирхам. Ну, точнее, я их увидела. Да? Я вообще молчала. Ну, вот целая куча распродажных джинсов. Кстати, не знаю на самом деле цену. Знаете, когда висит от 30 дирхам, не значит, что они будут стоить 30 дирхам. Вот тут вот... 30 и 40? Ага, 33. Обманули, обманули. 33. О, кстати, покажи меня на видео мои джинсы. Твои знаменитые. Мы купили в H&M за 25 дирхам. А, это H&M русские? О, а я думала, ты тоже это максиковские, которые не, тебя несменные. У меня за 30, мы давно их купили, я в них хожу, сейчас вот H&M прикупили. Вот эти вот мне нравятся, вот с такими, как они называются, карго штаны сейчас. Шо? Ну, ты такая умная. С карманами 50 стоит. Но а где большие вообще карманы? Это ж... А, здесь тебе показано. Ну, блин, прикольно смотрится, но вообще посмотри. Так это ж не карман, да? Тебе нравится? Ну, такие, ну, молодежные прикольные. Ну, да, какой. Ну, скажем так, смотри. Эти стоят 50, да? Ой, эти стоят 33. Ну, так, извините, ну, так не $100, крайне. Ну, да. Наташа смотрит по 33. Смотри, 33 вообще джинсы, скинь, класс. Скинь, это обтягивающий, да? Ну, да, но вообще... Вроде... Ну, они классно смотрятся вообще. Ну, за 33, простите, это где-то $9. Ну, вообще, вот Макси можно найти. И цвет непоганый, кстати. Сейчас распродажа, и такой джинсовый да, цвет. Да, не дешевый. Хороший такой, хороший. Ну, вот Макси, в магазине Макси есть везде, в Молохе, в Дубае, в Абу-Даби, в Эляйне, в Шарже. Так что, ну, блин, смотрите. Кстати, в футболочках написано все от 20, а футболочки по 15. Вот, 15. Цвет такой прикольный, лавандовый. Помните, лавандовую футболку я в Польше себе покупала? А еще вот такие цвета есть. И даже не зеленый, какой-то оливковый такой. Вот. Ну, по 15 вообще классно. Это прикольно, охранница за мной ходит, смотрит, как я снимаю. Нас уже из этого мола пытались видеть, как мы снимаем. Сейчас вроде как... Ей так даже интересно. Но охранницу показывать не буду, зачем нарываться. Ну, вот топочки такие есть по 30, спортивненькие. А, это даже два, что ли? Это два, два за 30. Ну, вот смотрите. Кому удобно, я вообще такие обожаю. Вот для спорта, для работы, для тренировок. Я же работаю здесь учителем физкультуры. Удобно вот такой топик на работу одевать. Слушайте, классный. Это интересная такая распродажа. Это действительно класс. Выходим из Макса. Смотрите, вот такой Макс. Вот, короче, Эляйн-Молл. И тут и поездики есть, и всякие детские игровые приставочки. И всякие есть другие магазины. Нас интересует бренд Фолес. Вот мы сейчас с вами прямо идем в бренд Фолес. Вот он, бренд Фолес. Ну что, заныриваем за Наташей. Что-то интересное найдем, будем показывать. А вот прям зашли, тут стоечка с сумками, смотрите, какой красивый Майкл Холст рюкзачок. Про Наташу говорит, это кожа не настоящая, ты говоришь? Сколько она стоит? 639, ну красивый рюкзачок просто, вообще, ну очень красивый, просто мне нравится. Понятное дело, он не спортивный, он, ну, но он, так, он представительный, класс, мне нравится вообще. Ну, вот такой вот рюкзачок прикольный Бебе. Ну, Бебе, все эту фирму знают, 99 стоит. Ну, вот Бебе нормально бы зашел. Вот такая вот стоечка с сумками здесь есть, прикольно. Ну что, бренд Фолес. Уже много видео вам показывали про него. И вещи у меня. Уже кенгурушку сняла, тоже есть бренд Фолес. Прикольные шмотки. Сильно напоминает секонд. Где-то вещи почище, где-то погрязнее. Ну, в основном, вот, черути есть, много вариантов есть, но обычно вот футболка, брюки в одном экземпляре. В основном, что здесь популярного, это Calvin Klein и Ralph Lauren из таких вот популярных вещей. Ну, разные кроссовки, разная обувь. Ocean Pacific, кстати, покупали футболки на подарки. Вот этот вот, этот вот бренд очень классный, кстати, очень классный. Что еще сейчас? Пройдем, посмотрим. Главное, чтобы местных не было, они не любят, когда их снимают. Джинса, кроссовки. Чемпион есть, фирма ремней. Носочки есть. Ну, носочки это точно новые. Вообще вещи тут преподносят как новые, но иногда такой вид, что не знаю, будто где-то
Очень где-то он лежал в каком-то грязном месте. Футболка Гарри Поттера. Вау. Вот New Balance есть. Кстати, что-то я вам цены не объявляю. А я их не вижу просто сейчас. Подождите. Ну вот, рядом футболка Take Care. 19 дирхам. С таким прикольным собачатинкой. Мультики, конечно, смотрю. Вот Ади, кстати, прикольный вообще. Такой Ади классный. Может, померю, кстати. Сколько он? 69. Ну, реально он стоит, как Адик, 69. Это типа XS. А, ну да, куда же его померю-то? Вообще. Это же вообще не мой размер. У меня же вообще XS. Ну, вот куча вариантов женских шорт. Всяких топиков, кроссовчиков. Просто идем, смотрим, перебираем фирмы. Много людей сегодня. Сегодня воскресенье. Вышли прогуляться и вам показать что-то. Все нашли сумочку такую вот, 99. Ну, прикольная такая. Ну, подожди, можешь просто вниз опустить ее? Вот так вот. Я поцеловала сумку. Спасибо. Ты поцеловала сумку? Ну, ты взяла так мне ее, бум. Что ты посмотришь? Чего это такой чуланчик 115 стоит. Тяжелый, да? Слушай, ну сумка с Наташкой на поцелуй должна продаться хорошо, мне кажется. Я хотела понюхать ее. Потому что она пахнет, знаешь. Может, там всегда нет. Кстати, это мне нравится. Такой вот от лэптопчика такая вот штучка. Ну, лэптопчик очень-очень должен быть маленький. Он ездит хорошо, конечно. 49 стоит. Еще целая туча чемоданчиков стоит, кому нужно. Тут, кстати, и Кельвин Кляйн чемоданы были. Что-то еще такое прикольное. Вот, всякие другие вещи, которые, ну, вот, наверное, в нашем секонде не встретишь. Вот такую свинку точно не встретишь. Это что такое вообще за 33 дирхама? Светлячок, не? Что это такое показывает? Светлячок. А ну, можешь его на лапку одеть? Да? Это оно? Да. Оно тут связано, я не могу. У меня руки связаны. Так что это за 33 дирхама, я не понял? Ну, игрушка. А, не, может, прихватка какая-то. Ничего так себе игрушка за 33 дирхама. Тут просто есть детские вещи и даже всякие пижамки. А вот мы нашли чемоданчик. 2,38 весит. Можете себе такое представить? 2,38. И стоит 199. А ну давай, открывай. Это просто класс вообще. Я счастье потеряла. Друзья, как такое может быть вообще? Что за вес такой? Это вот только в бренд Фоласа может быть. Не, ну почему? Ну, в других магазинах что-то я не видела. Ну, нормально, вместительно. Тахари, я не знаю, что это за фирма. Тахари, есть такая фирма, мы покупали тоже вещи и футболки от нее. Да? Вы здесь да. Да, бренд Фолес, Тахари. Не, ну здесь это едет понятно. Идеально, все вот это вот. А сколько тут? Четыре колеса. Ну. А сбоку вот тут есть. Что еще тут надо? Ну, очень, я вам скажу так, что это играет большую роль. А ну, покажи еще вот эту вот ручечку. А, вытяни. Мне нравится, это сейчас же удобно очень. Что она но большая. Она такая, как не эта, она не сильно тонкая ручечка. А? Ручечка не сильно тонкая. Нормально, она за счет. Ну, чтобы не отлетела, знаешь, иногда же может бросить случайно. Ну, их всех бросают. Ну, ничего понятно. Себе, вообще цена вообще очень классная. Надо думать, ребята, вы что напишите, ну вот. Стоите, прилетаете вы в Дубай в отпуске, тут надо поменять чемоданчик, чтобы у вас влезло больше вещей. Вот, 200 дирхам, не так много, не так много. Ну, вообще, по-моему, по мне так кайф, хороший чемоданчик. А размер какой? Ну, размер влезет, он размер чуть меньше моего того, который не едет, который ты не любишь, по-моему, или такой же. Или надо мерить сейчас? Нет, тут есть размер. 28 литров, 54,37 на 22,5. Ну, осталось найти Wi-Fi и посмотреть, что влазит нет, в наш любимый. Тут разные, надо искать. Какой тут размер, XL? Надо его померить просто. Я говорю, да. Надо его померить. Надо взять рулетку. Ну, над чемоданчиком еще думаем. Вот Тахари, я говорила, есть такой бренд, рубашечка. Мы футболки покупали, такие Ocean. Хороший бренд, этот OP Ocean какой-то. Ну, нормальная рубашечка такая, 49, стоит джинса. Прикольная. Смотри, штанишки такие прикольные, серые вывесили. Это эсочка. А ну, три. Ральфик. Ральф Лорен.
Ну, фигня, ну прикольные реально. Как будто бы шерсть. Ага, 129. Ну, просто вот покажи их, а то я так развесила, хоть не каша подошла. Но они смотрятся прикольные, такой вот стальной цвет. Ну, прикольные штанишки вообще. Все равно в камеру как-то они не сильно передаются. Но то вся подкладочка, ну, типа Ральф. Сколько? $190. $190 стоили, ну, да? Ну, якобы, да. Ага, а тут 129 дирхам сейчас. Ну, да. Ральф. Ну, да, я посмотрю. То есть просто вот так вот тут полазить, тут нормально. Мне так нравится, как вот эта отделка. Так и мне нравится, показала, так тоже классно. Ну, всегда так? Смотрите изнанку, да? Это точно. Так, а вот футболочки, по-моему, я тут феррарки вижу. Феррарки. Наташа, да, шерсть 70%, 30 полиэстер. Покажи меня, пожалуйста. Что? Что мы здесь видим? Феррарки. Вот. Я кстати, думала, машины продают. Боже. Ну, вот это Феррари, настоящая футболка, реально Пума отвечает за Феррари бренд. У меня есть уже несколько футболок таких, хожу в школу, удобно, 109. Это, скажем так, она Феррари. Будет стоить 100-150 долларов. Здесь вот вы можете купить реально... Так давай возьмем, продадим. Бизнесмены. Конечно, вот такое можно здесь найти. Так, Наташа ищет кроссовки. Я вам покажу кроссовки. Вот скетчерсы. Моя любимая фирма. Реально классная, удобная. Ну, 159, это так, ну, прилично. Ну, конечно, она стоит в два раза дороже, но Брэндфлэс прилично вообще. Так, это уже Диадора. 119, цвет хороший, мне нравится. Адики, о, адики вообще прикольные, 155. Но размерчики маленькие, это для деток, наверное. Ну, не знаю, как бы. 179 Adidas такой, но это не для деток уже, это уже какой-то. О, 40-й, ну вообще этот нормальный же. Это уже не для деток. Ну вот много еще кроссовков, еще смотреть нам с вами сеть. Вот скетчерсы вижу, о, 5,5, это нормальный размер. Это вот удобно, бешнурковые такие ботинки, 129, ну, друзья, прилично. 129 это прилично, но, конечно, дешевле, чем в обычном магазине скетчерсов. Смотрите, какие классные адидасы здесь за 129, то, что я, в принципе, и хотела, с вот такой ленточкой, с карманами, вот вообще класс. Но посмотрите, какая же грязная сзади жопа, ну вот как это вот вообще, вот, если сейчас увидите, вот, вообще просто здесь она вся грязная. Ну вот как так можно? Либо кто-то заляпал, либо не достирали, либо не досмотрели. Ой, жалко. Вот это классные дедасы, реально. А, смотрите, я нашла что-то прикольное. Reebok, да? USA. Коллаборация с Ральфом. Вот смотрите, Ральф Лорен Поло. Вот прикольно. Ну не факт, конечно, что USA, я просто размер показала, 8,5, что большие размеры тоже есть. Ну прикольно вот этот адик, что неплохой такой за 179. И вот Reebok еще за 129. Ну обувь тоже есть, есть. Ну прикольно, это вообще вот интересная такая вот. Класс. Такое прям сочетание цветов, розовый с фиолетовым. Мне нравится, мне нравится. Смотрите, какой шикарный Adidas за 139. Он такого белого цвета, я даже не могу сказать. Белый, белющий. С таким рисуночком прикольным. Вот Adidas, беленький такой. Stan Smith. Тоже, видимо, коллаборация с кем-то. Stan Smith WW. Надо Наташе показать, по-моему, размер. Но прикольно вообще, слушайте. Такой прям красивый, красивый. Вот это вот такая обувь. Достойная, очень легкий. Очень-очень легкий. Это не Наташин размер, это мой размер. Смотрите, давайте еще раз посмотрим эту красоту. Стэн Смит, коллаборация Адика. Подошва вообще тоже такая прикольная, яркая. Короче, меряю уже. Мне даже кажется, что может больше. Кстати, вот мои скетчерсы, видео было, как мы покупали, купили все. Помните? Ну, теперь уже какие-то новые кроссовки нужны. Но смотрятся, конечно, просто вообще класс. Пишите свое мнение. Ну, за такую сумму 139, ну, вообще фигня, по-моему. Не, смотрятся они, конечно, прикольно, но скажу, что ходить у них неудобно как-то. Как-то они очень легкие, но мне они очень твердые. Смотрятся, конечно, классно, но ходить, не знаю, вообще просто. Неудобно, народ, прикиньте. Вот такая фигня. А ну, скажи, прикольные адики. Это адидасы такие, ну, подсними меня чуть-чуть. Рассказываю, что очень классные, легкие, но ходить не очень удобно. Вообще просто даже неудобно. Удобно? Неудобно. Или может у нас такие кожаные, что они просто аж прям тянут. А кто сказал, что они кожаные? Мне так кажется.
А цена яка? 139. А мені здається, що це не кожа. Ну, смотрится классно. Ну, не знаю. Сейчас уже получше, но надо их рассказывать. Ты знаешь, это вообще, что как кожа вот одел, надо их рассказывать. Ну, не знаю, что вы напишете, но классные, белющие вообще, конечно. А стрековый купальник? Тоже Ральф Лорен или Шишот? Нет. Ну, это Наталья. Блестяшка, все, давай, значит, блестяшка, значит, я. Смотрим, что это. Филипп Лейн какой-то. А, так это тоже такая фирма есть. Филипп Лейн, да. Такая, сколько? 239. Ой-ой-ой. Так не просто так. А за что? За эту блестяшку? Я еще и купальники вот так вот. Опа. Ну, это надо мати фигуру на це, конечно. Цікаво, цікаво. Красота. А вот и чемоданчик Ковалик, как он говорил, есть такие здесь. Стоит он, ну, большой такой, 359. Кстати, вот и сумочки висят, вот, Майкл Корс, но вот такой мне нравится. Тяжелая вообще какая-то, ну, не знаю, очень тяжелая сумочка, 509. А вот такие вот мне нравятся, под типа Луи Виттон, да, вот это вот прикольно сделано. А, даже не знаю, сколько бесценная, видимо, непонятно. Ладно, может, на малышке написано, на другой, сколько она стоит. Странно, 509, ну вот. 509, ну вот такая прикольная. Смотри, какого Майкла Корсика нашла. Мне кажется, что они такие неудобные. Они плотные такие, но да? Это симпатичные. Симпатичные, да. А мне вот это будет больше нравится. Я сейчас увидела ужасные. Что? Там сидит девушка, а у нее это брови свои, а наверху набитые брови. И это так было страшно, вот там она сидит. Короче, человек с двойными бровями. Ну, вот такие тебе красивые. Надо немножко отойти. Сколько это коштует? 509. Боже мой. Ну, это не кожа, но я уверена, что это не кожа. Не знаю. Но я уверена, что Майкл Корс. Может, и не кожа, но... Ну, еще что Майкл Корс? А что это? Такое какая-то знаменитость? Ну, скажи. Хорошая такая, да? Фирма. Ну. Хорошая такая. Такая, ну, популярная. Не знаю, мне она как-то... Да? Ну, что тут? Ну, посмотри, что там вообще мне интересно. Ну, вот, это ну, кроме бумаги, что есть еще? Да, еще правда. Бумага. Ну, еще смотри, бумага. Это прикармашка. Не знаю, ну, смотри, сделано, сделано нормально, так как бы не... Не нитки торчат, а вот ну, визитка там, прям Майкл Корс. Что-то Майкл Корс нам написано. Наталенька, зря ты нас обижаешь. Мы Майклы, мы такие люди. Ну, а непонятно, что написано, короче. На итальянском, на китайском, на каком-то... Не знаю, мне тогда вот вообще очень импонирует такая сумочка. Я еще это в Польше, когда мы делали. Серьезно? В этом магазине. В Брикенберг, чаяк там, в галерее Краковской. Ну вот это вот, да, это просто какая-то жесть. И стоит столько же. Это вообще никак. Адики? Типа Адик? Типа Адик, да, Адик, типа на 99. В коллаборации, может, с кем-то, потому что непонятно, что написано. Это вот прикольно. Еще с такой штучечкой вот. Это интересно. Здесь Майкл Корс. Это вот страшно. Это страшно, ничего не могу сказать. Ну что, Наталья, ваше мнение про Майкл Корс? Мне не нравится. Вам не нравится? Нет. Все, поняли. Вот пишите свое мнение, будет интересно. Тут у меня белые штаны, которые Наташка зафукала. Лисочка. Это карманы. То, что подсвечивается, это карманы вот такие здоровые. Не, я просто так смеюсь, если честно. Может, тебе нравится, конечно. Не, они прикольные, но да, я их не одену в школу, скорее всего, что я их испорчу. Испорчу, испачкаю. Да они тебе большие. Они большие чуть-чуть, как бы, да. Ну, я не знаю, если так вот вытащить все свои школьные свитера, но все равно здесь смотрятся вот эти как-то странно. Ну просто они такие белые-белые. А, кстати, ты вытащила совсем по-другому это дыверство. Ну, они прикольные, ну да. Они тут на бедристую женщину треба. Цены ну, стоит 79, просто чтобы знать, вот такие вот Эри спортивные классные штаны, вот можно купить. Кстати, да. 79, ну классная цена, но, блин, да, не берем. Мимо. Наталка выходит, что за брючки, не выйдет, очень темно. Все шорты. Шорты у нас. Что-то такие. Я ищу шорты эти. О, блин, может и не надо. Сейчас я пройдусь, Ну, так темновато здесь. Вот мои белые хорошо было видно. Ну, вот такой цвет темно-темно-темно-синий. Нави. Называется Нави. Нави тоже брали такую фирму? Не. Цвет Нави называется. А, у нас Нави тоже фирма была. Не, мне не нравится. Не нравится, да? И сколько они стоят? 59. 59. Не, началось. Началось. Все началось. Если так носить, да. Вообще-то я искала это. Не, ну куда это? Откуда у нас такая кофточка? Угадайте. Пишите комментарии. Помните шортики? Ну ладно, вот, значит, сегодня получается ничего не берем вообще обратно. Ура! Сэкономим. Потратили время, сэкономили. Ну ничего, потратили время, сняли видео, померили много всего. Ну все.
Зачем брать вещи, если мы не будем их носить, а эти деньги, они нам не будут нужны? Ну вот. Так что сегодня, друзья шорты мои... Шорты нужны, но шорты все еще продолжаем искать. Шорты, надеюсь, мы найдем. Вышли из бренд Фалет, зашли в Nike. Вот Наташа берет мои носки и меряет. Уже свои носки Наташа забыла. Вот такой вот прикольный за 159. Адик такой, ну вот прикольный черный. Что самое интересное, мужской дешевле, где мужской? Это мужской. Этот мужской стоит 139. Что за такая несправедливость? И размер больше, и вообще, как такое может быть? Так что здесь вот в Адиках такая даже распродажа есть. Посмотрим сейчас, что Наташа будет. Не, мне кажется, это маленький. Да, это маленький. Ну, возможно, оно еще побольше. Маленький. Да, наверное, маленький. Проси больше. Ну что, друзья, походили мы, погуляли. В Калифорнии уже купили себе еду. И вот вернулись, и Наташа здесь вот увидела все-таки Диадору. Чемоданчик, кстати, мы тоже смотрели, но чемоданчик, он продавливается. Если много положить сверху веса, он продавится. Поэтому чемоданчик не берем. Смотри, это Adidas, да, по-моему? Или кто это? Это не Adidas. О, а что же я взяла? Как? Это Reebok. Это Reebok за 89. А это 119. А это 119 Диадорка. А в Reebok ты влазишь? Еще не мерила, но я думаю, что... Наташа на мои носочки одевает. Ну что, прикольно. Смотрите, как у нас такие тяга к фиолетовому. Ну, Диадора прикольная, итальянская фирма. В ней когда-то и Милан играл, и сборная Италия. А теперь Наталья. Да, теперь будет играть Наталья. Ну, не одевай два уже. Надо и ходи. Сейчас уже буду отдавать второй носок. А посмотри, вот. Как это вещи валяются. Это я их вот так вот отношу, типа куда-то. А Наталенька все собирает вот за другими людьми. Люди, не будьте такими, пожалуйста, убирайте вещи. О, у тебя еще это фиолетовое. Ну все фиолетовое сегодня. Да это ж мое. Какие-то большеватые. Так, ну что тут у нас? Диадора и Reebok. А ну повернись. Эти большеватые. Reebok. Большеватые, да? Машина. А ну еще вот туда вот смотри, да вот. Ну, смоется прикольно, конечно. Классные. Да? А Диадора? Нет, ты одень там оба и там оба, и походи. А тут, ну, если большеватый уже туда, Наташа, ну, да, говорит, как, я такую Диадору классную пропустила. Я ее видела, кстати, не знаю просто. Я же просто не знаю, какой твой размер, какой твой вариант. Повторюсь снова, Наташа, фиолетовая и сумка, и эта вот штучка, которую вы купили. Это же мое, Кракове, фиолетовый, да. Цвет. Фиолетовый вот такой цвет. Так что, возможно, еще приобретем что-нибудь. Может, народу столько, что ж снимать не получается. Так, ну вот они, кроссовки. 119 стоят, да? Ну вот, классные, прикольные, Диадора. Вообще, тканька, да? Тканька, я хотела подкорить. Вот. Ну, прикольно. Да, подножка, пожалуйста. Вот такие, не знаю, друзья. Ну, по-моему, повезло, наконец-то, как мне кроссовок, потому что они балансы разлезлись. Ходить в чем-то надо. Такие вот ботиночки. Ну вы что думаете, пишите. Эти, к сожалению, на тебя широкие, да? Они и большие, и широкие. Ну тоже вот, ну классные, все равно классные. За 89 вообще. Так, чтобы на ноге. Вот, а народу, боже мой, народу уже. Наташа с покупками, и паровозик едет здесь. Вот он, прекрасный наш мол с паровозиками. Так, ну что, купили еще какую-то штучку. Это что такое, мисс? Мисс за 11, мисс, за 11 дирхам всего лишь. И показывает кроссовки. Ну да, как же. Надо показать, что мы купили, что мы не наврали нашим подписчикам. Ну пойдем. Вот они. Сказали 14 дней, если что, обменничек. Ну такая же цена, 119? 119, да. Отлично. Пакетик бренд Фолес. Все есть, все не берут есть. Деньги пока, нет? За бренд Фолес. А? За пакетик не берут. За пакетики деньги не берут, все окей. А то H&M уже. Вот все-таки что-то мы и купили сегодня. Ставьте лайки, пишите комменты. Было прикольно. Целый день гуляли.